Париж, наверное, для меня это Лувр, Версаль. Это Эльфьевая башня, это хороший футбол, это хорошая музыка. Окунуться в атмосферу города всех влюбленных, слушая музыку, приглашают молодые киевские музыканты из Нота Бене. Лидер коллектива Роман Лопатинский говорит, бывал в Париже и не раз. Город всегда завораживал его особым романтизмом. Успел разглядеть много общего между украинской и французской культурами и людьми. Французы улыбчивые, про украинцев говорят то же самое, приезжая в Киев или в какие-то другие города, что достаточно приветливая нация. То же самое можно сказать о французах. В этом есть что-то схожее, да. Свой новый проект коллектив «Нота Бена» назвал «Жизнь и смерть в Париже». И это не случайно. В музыкальный диалог на сцене вступают произведения двух французских композиторов. Квинтет Габриэля Форе написан в начале 20 века, ассоциируется с мирной жизнью Парижа. А эпохальный квартет Оливье Мессиана, который композитор написал в концлагере во время Второй мировой, посвятили памяти погибших парижан. Такие выдающиеся композиторы, как Оливье Мессиан, вот они делают напоминания о том, что может быть с людьми, какая ценность жизни. И мне кажется, что все-таки этот концерт будет заканчиваться очень на большой позитивной ноте. То есть все-таки вера в человека, вера в то, что впереди будет светлое будущее. Я очень надеюсь, что и наша страна тоже в самое ближайшее время станет достаточно успешной и европейской страной. Организатор проекта Александр Периев анонсирует, в ближайшее время «Нота Бене» представит музыку Форе и Мессиана и в других городах страны. Говорит, украинцам будут интересны темы мира и войны, ведь они созвучны событиям, которые сейчас переживают в Украине. Марианна Макада, Максим Кондратенко, UATV.